Ксения Уланова и Иван Маршалка играют на домре. Ксения занимается музыкой третий год, а Иван второй. Ребята часто выступают дуэтом. Во время летних каникул они усиленно готовятся к предстоящим конкурсам, которые пройдут в новом учебном году. Теперь подготовка стала еще приятнее и радостнее, ведь в школу искусств номер 15, где занимаются ребята, привезли новые инструменты. Мы будем лучше играть на новых инструментах. Лучше, чем на старых. Я выбрал, потому что очень интересный инструмент, хорошо звучит. Новые инструменты в школу искусств завезли в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В школе из новых музыкальных инструментов появились 3 фортепиано, 4 домры и рояль. На них юные музыканты уже оттачивают свои навыки мастерства. Мне понравилось очень на нем играть. Так как раньше у нас не было роялев, и нам приходилось играть на фортепиано, а тут совершенно другое ощущение. По-другому звучит все звучание, и мне более как-то нравится играть на нем. Это импульс для дальнейшей нашей работы. Дети, много детей талантливых, способных. Они участники и победители, лауреаты многих конкурсов. Я думаю, что впереди нас ждут большие возможности. Кроме музыкальных инструментов, в детской школе искусств появилась мебель для учебных классов, пособие по теоретическим дисциплинам, интерактивная доска и стулья для концертного зала. Школа станет на новый этап. Ребята достигнут новых высот. Это станет стимулом для участия и побед в проектах, фестивалях, конкурсах. Мы очень рады и благодарны за участие, что наша школа стала участником национального проекта «Культура». Сейчас в детской школе искусств обучаются 335 детей на нескольких отделениях – музыкальном, художественном, хореографическом и хоровом. В школе также планируют открыть еще одно отделение – театральное. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.